Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролиплей. Чуваки, как вы поняли по названию, я создал наконец свою фому, семью, ну или как это там можно еще назвать. И у меня нету бензина в машине, да. Чуваки, я за сегодня, с утра, я с 9 утра зашел на Родину и здесь играл, снимал. Записал 5 видосов, чуваки. 5 видосов, блять. И на всех этих 5 видосах не записался мой голос. Это просто пиздец. У меня так бомбит, реально. Я уже просто, у меня настроения не было. Я уже не хотел ничего снимать, вообще ничего не делать. Короче, я просто в шоке, реально. Вообще настроение пропало. Просто играть не хотел, ничего не хотел. Но спустя час я вот зашел. Решил снять для вас видосик, в принципе, поэтому лайкосик обязательно влепите, давайте лайки, ставьте. Фому я создал, короче, я снимал с Никитой, как я создавал Фому, но там тоже записался только его звук. В принципе, у меня в бандикаме просто какого-то хуя был выключен микрофон, то есть не записывал. Я просто, блять, в ахуе, серьезно, блин. Почему такая дичь, серьезно? Да, я не проверил, но, блин. Я никогда не проверял, блин, и тут такая хуйня просто. Блин, ну это пиздец. Это просто пиздец. Других у меня слов нету. Короче, создал я Фому. Называется она Kill Game, в принципе. Family Kill Game. Давайте вам покажу. Вот такая команда здесь есть сейчас. Вот, Фэменю. Управление семьей. Ну, в принципе, пригласить семью, так, ладно. Вот, информация о семье. Видите, название Kill Game, в принципе, тип семьи. Семья, репутация семьи, 3 очка только есть. И всего лишь 2 часика. Никита, он заместитель, вы видите, Никита Грандес, он заместитель. Если что, слоган я такой написал, какой был, в принципе, 3 миллиона стоило, чтобы создать семью, чуваки. 3 миллиона, да, я достигнул 10 уровня уже. 3 миллиона стоило, чтобы создать семью, но все для вас, чуваки, как бы. Я еще полностью не разобрался совсем, понимаете, потому что здесь много всего. Управление, видите, заместители, изменить цвет семьи, можно любой цвет, ну, из этих выбрать, в принципе. Я выбрал 18-й, он яркий очень, поэтому, я думаю, сам раз будет. Семейная квартира, я сейчас вам покажу, что это такое и что для этого нужно. Галочка, я не знаю, что такое, русская баня, семейная яхта и так далее. Помощь команды в семье. Здесь я могу там, вот, чат семьи, писать в семью, ну, чат семьи, фам. Потом что-то телефон там, выгнать из семьи я могу в офлайне, выдать бан семьи, то есть мут вам выдать, короче. Выдать бан семейного чата. Много очень функций, на самом деле, прям, блин, дохрена. Просто дохрена функций. В этой семье, в принципе, 3 миллиона, думаю, блин, не зря эти бабки дал. Проблема в чем, чуваки? В том, что я не смогу кидать объявы, чтобы там вы там приезжали куда-нибудь, и я вас принял. Придется мне сделать стримы, чтобы вас набирать. Либо вы будете сами меня находить. Сейчас я вспомню свой номер телефона. В принципе, будете мне звонить. Так, мой номер телефона 18-324, если что, запомните, в описании тоже ставлю номер свой. Если я буду в игре, будете мне звонить, я буду приезжать вас принимать в семью. Если что. В принципе, насчет того, что нужна квартира. Сейчас я доеду, в принципе, объясню. Нужна ваша помощь будет в этом, я сейчас объясню, в принципе. Конечно, очень обидно, что не записали. 5 серий, пацаны, 5 серий, понимаете, я записал. И они не записались просто. Ну, записались, но звук мой, ну, голос мой не записался. И вы, думаю, сами понимаете, что так вылаживать видео без звука это полный бред. Поэтому мне приходится перезаписывать. Блин, ну реально потратил буквально 3 часа на эти 5 видосов. Серьезно, блин. Именно, знаете, как-то, блин, стимул появился какой-то, идеи, я снимал. И, блин, все это впустую, в принципе. Вообще заебись. Чувак по встречке херачит. Молодец, чё. Красавчик. Сейчас мы почти доехали до нашего места. Я вам еще потом функции покажу, что как и зачем. Объясню вам и так далее. Так, вот мы приехали, я думаю.
Это дом семьи, если что, здесь можно покупать квартиры. Но что для этого нужно? Нет, не деньги, чуваки. Деньги это хуйня, в принципе. Деньги у меня есть. Для этого нужно кое-что другое. Кое-что другое сейчас покажу. Давайте поднимемся на самый верх. В принципе, деньги не проблема, деньги у меня есть. Вот, видите, нужна репутация. 7000 репутации нужно нам. Я очень вас прошу, чтобы, блин, вы мне помогли в этом, чтобы купить для нас квартиру. Для нас. Квартиру купить, 7000 репутация нужна. Что это такое? Смотрите, вот. Сейчас я вам покажу в меню. Вот, репутация. У нас всего лишь 3 очка. Репутация дается каждый payday, по-моему. Да, каждый payday дается репутация. Чем больше у вас будет, тем быстрее мы добьем эту цифру. 7000 репутация. Понимаете? Поэтому, блин, вступайте реально все просто, кто играет здесь. В принципе, я буду вам очень благодарен. Как бы 3 очка у нас есть. И за счет этих очков мы можем не только, ну, как бы эту квартиру купить для семьи. Именно для семьи эту квартиру купить. Давайте попробуем зайти даже. Во, я зашел, видите? Ну, в самом виде, какая здесь квартира, блин, ну это топ. Влияние на организации, видите? Ну, тут много чего, блин. Ну, реально это круто. Похавать тут можно, так. Там телек. Видите, ну, блин, это будет круто. Семейный бронежилет есть даже, представляете, блин. Поэтому я очень хочу купить тоже нам эту квартиру. Я думаю, это будет очень круто. Не знаю, если, блин, можно было как-то побыстрее это сделать, я бы очень был бы доволен, но по-другому никак. Нужна именно ваша помощь. Нужна ваша помощь, чтобы мы все-таки это сделали. Что еще есть? Давайте я вам покажу. Управление. Так, ну это увидели уже. Так, управление нам нужно. Заместитель, я вам говорил, в принципе, тут можно два зама ставить. Изменить цвет семьи, рации. Изменить описание объявлений для семьи. Но я вот это еще не знаю. Объявления какие-то сделать. Без понятия, на самом-то деле. Покинуть семью можно, семейная яхта. Галочка, так, управление семьей, информация о семье, так. Семейная квартира, видите, нам нужна семейная квартира. И будет все заебись. Так, что еще есть? Изменить тип семьи. Вот, тип семьи. Но для этого нужны очки. До 10-го, видите, выше. Для этого нужны очки, пацаны. Так что, в принципе, я буду делать стримы, поэтому все, просто все вы должны подписываться на канал. Кто не подписан еще? Не знаю, к чему я это сказал, ну ладно. Колокольчик ставьте, чтобы не пропускать стрим. Обязательно колокольчики ставьте и выберите там все уведомления, чтобы вы не пропустили стрим. Чтобы я вас мог принять. В принципе, ибо я там буду когда играть, можете ко мне подходить, типа, блин, Кирюха, прими сью там и так далее. Я приму всех. В принципе, неважно, какой у вас уровень, я буду принимать всех. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.